Купил я вот такую колонку Bluetooth за 160 фунтов. Никаких параметров, нисколько емкость, ничего. И пришел домой, ну по улице шел. Там был непонятный шум. Пришел домой, блин, звук как из бочки. Вот тут стояла решетка пластмассовая, я ее нахер выломал. Вот смотрите, вот эта вот штука. На защелках нужно отверткой сюда залазить и нажимать внутрь. Ну, то есть с одной стороны, с другой, вот смотрите. Вот, видите, защелки как выполнены. И это туда же. Вот, снимается отсюда три винтика крестовых. Ткани стягиваете. И вот у меня из пассатижей только вот такие гебельсы. Я гебельсы. Все это дело выломал. Вот тут рассеиватель стоит для светодиодов. Звук должен быть получше. Всем пока.